Уважаемые товарищи, друзья, позвольте от имени Президиума Центрального комитета поздравить вас с выдающейся датой, 9 мая, праздником победы советского народа в Великой Отечественной войне. Пожелать вам, всем, кто сегодня собрался здесь, на этой площади, всем жителям нашей любимой России, жителям Советского Союза, здоровья, счастья и удачи! Дорогие друзья, сегодня прошел парад. Мы гордимся той техникой, той выучкой, которую сегодня показывали наши ребята на параде. Это как раз явление преемственности той выдающейся победы, той жертвенности нашей страны, жертвенности наших отцов и дедов, матерей и бабушек во имя победы над фашизмом, во имя спасения в целом мира от фашизма, от этого передового чумового отряда империализма. И, конечно, мы также гордимся, опираясь на толщу составляющих той победы, подвигом нашего солдата Красной Армии, офицера, маршала и, конечно, главнокомандующего, руководителя страны, подвигом генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина. Именно под его руководством, под руководством партии была организована победа над фашистской Германией и ее сателлитами. Ведь только вдуматься, как можно было за 3-4 месяца крупные заводища перевозить с запада нашей великой державы на восток и через 3-4 месяца выпускать в том числе и вооружение. Это могли сделать только высокопрофессиональные, организованные, верящие в победу люди. И не случайно уже 3 июля в речи Иосифа Виссарионовича Сталина было сказано: «Враг будет разбит, победа будет за нами». Да, конечно, миллионы и миллионы наших соотечественников пали героями. Нет ни одной семьи в нашей стране, которые бы не понесли утраты. И утраты эти, конечно, огромные, невосполнимые. Но свет победы, яркость этого пути и сегодня дает нам право еще и еще раз делать то дело, которое связано в первую очередь с восстановлением мощи оборонной промышленности, нашей армии, в целом промышленности, продовольственной безопасности. Ведь что было совсем недавно, мы тоже не забыли. Как разоружали нашу армию, как бросали в бездну наши лучшие достижения в оборонной промышленности, в космической, как непрестижно стала служба в армии и как корежились наши академии и военные высшие училища. Мы это не забыли. Мы хорошо помним нашу борьбу за нашу армию, нашу оборонную промышленность, за нашу Россию, за ее целостность. Мы не пустили в свое время под Арзамас с тяжелой техникой американцев на так называемые совместные учения. Мы их не пустили на базу под Ульяновск, а ведь решения эти были. Помните так называемую базу подскока? Феодосия вместе с нашими братьями на Украине с Крыма выдавили эскадры американские. А знамя победы. Ведь вот эти злые руки из пятых колонн тянулись к нашей святыне. Мы отстояли это знамя. И сегодня это знамя в надежных руках и под нашим неусыпным оком. Друзья, вчера наш лидер Геннадий Андреевич Зюганов при представлении президентом страны председателя правительства изложил
четко, ярко нашу программу. Экономическую, социальную, внешнеполитическую. Нет необходимости сегодня останавливаться на этом. Но хочу еще раз сказать. Мы еще 4 года назад сказали, что без бюджета развития в 25 триллионов страну не поднять с колен. Ни одну ту отрасль, которая определяет независимость нашей державы и социально-экономическое в целом развитие. И только через 4 года заговорили теперь о бюджете развития. Но мы тогда дали наш вид, наше видение, как формировать этот бюджет развития. Чтобы не пострадали наши люди. Человек, работающий в поле, на ферме, на предприятии, на заводе, в лаборатории научной. Как использовать для этого природную ренту? Как сделать так, чтобы богатеи, в конце концов, прекратили грабить народ и нашу страну? Мы четко сказали, какой должна быть финансово-кредитная система. Как потом расходовать этот бюджет развития? Не растащить ли его снова по карманам через коррупционные и другие модели и связи? Или то, что предлагает сделать Кудрин, увести опять эти деньги за рубеж, сократить финансирование оборонки, промышленной, социальной сферы. Вчера мы еще раз услышали и из речи президента в том числе, что эти 10 триллионов, которые нужны, они будут направлены и на здравоохранение, и на образование, и на развитие сельского хозяйства, промышленности, науки, научно-технического прогресса. То есть как раз на те системные вещи, о которых мы говорили в нашей программе, программе «10 шагов Зюганова и 20 шагов Грудинина». А в принципе это все исходило из того блока законов, который мы внесли в Государственную Думу и тогда затвердили на Международном экономическом форуме в Орле. Друзья, мы сегодня работаем с вами в сложных условиях. Еще не победили в нашей стране либерализм, который сегодня по-прежнему ненавидит нашу победу. Ведь они хотели в свое время не пустить нас в школы. Они срывали ордена с наших ветеранов. И только благодаря нашей напряженной системной работе наших ветеранов, которым мы сегодня кланяемся в пояс, нашему отделению движения в поддержку армии военно-морского флота, оборонной промышленности и науки, Союза советских офицеров, всем нашим патриотам, которые пошли в школы, которые работают сегодня с молодежью, а наша акция «Знамя Победы», а наши постоянно комсомольские действующие отряды, а наше пионерское движение – оно перекликается сегодня с юной армейским. Это все как раз те основы, которые позволяют нам с вами гордиться нашей работой и сказать нашим ветеранам, что мы делаем все возможное для того, чтобы те выдающиеся традиции, те победные, великие дела наших отцов и дедов продолжались теперь уже и более юным пополнением нашей партии, Компартии Российской Федерации. Все ее звенья, наши союзники всего левого фронта, они сегодня тоже здесь с нами. Сегодня много областей присутствует здесь. И Московская, и Тульская, сегодня посланцы даже с Краснодара есть, не говоря уже здесь о наших ближайших товарищи с регионов, ближайших к Подмосковью. Всем вам еще раз спасибо. Добрые слова. Добрые слова за то, что мы вместе с вами все делаем для того, чтобы победа и дальше светила на долгие годы. У нас с вами впереди борьба. Осенью выборы очередные. И все мы должны делать с вами, чтобы в конце концов разворачивать эту экономическую политику более системно в интересах нашего народа.
нам по душе, что сегодня уже говорят из, на Красной площади и при парадах о том, что Красная Армия, советский народ и так далее, и так далее. 10 лет еще эти слова не выговаривали, но по-прежнему драпируют мавзолей, по-прежнему переименовывают наши площади Владимира Ленина на всевозможные другие названия. Это, по большому счету, не сближает нас всех вместе вокруг победы, которую мы должны защищать от фальсификации, от недругов, которые объявили России снова поход, поход нешуточный. И, друзья, дай Бог всем нам вместе знамя победы держать в руках надежно, твердо, на долгие годы, чтобы Россия поднималась, а народ чувствовал себя победителем и хозяевом прежде всего в России. Да здравствует победа! Да здравствует народ! Да здравствует партия! С Россией к вершинам и будущим победам! Ура, товарищи! Ура!